перезагрузка листа. Как осуществляется? Осуществляется, может быть, со стола какого-то, может, вручную, на ролики. Вот. Все готово к эксперименту. Включаем подачу. Ну, значит, здесь стол импровизированный. Он, конечно, должен быть, наверное, другой. Вот. Но сейчас будем делать замеры. Так, замеряем размеры. 45,5. Давай. Ну, палец-то убери. 45,5. Так. 45,1. Вот. 45,5. Ну, это, значит, так выставлены пивы. Значит, давай диагонали теперь. Что мы тут видим? А мы видим плохо. Ну-ка, сейчас вспышку включу. Вот. Давай. Угол где? 131. Давай эту диагональ. 130,1. Вот. Давай следующую. 130,5. 130,1. Сто 130,1. 131. Так, тут что? 131. 131. Все. Ну, думаю, зачет мы получаем по геометрии. Значит, подробные инструкции, как настраивать станок, будут предложены в этом паспорте, да? Инструкции по станку. Вот, то есть сегодня мы проделали интересную работу, отработали методику настройки станка. В общем-то, все получается. И, ну, достаточно несложно.